Как думает уверенный в себе человек? Он думает, что он прав. Значит, вообще у нас вот это есть страсть к тому, чтобы быть правыми. И зачастую вот эта уверенность, она становится проблемой. Дело в том, что я бы никому не рекомендовал быть вот прямо уверенным-уверенным. Это высокий риск ошибки. Это высокий риск оступиться. Правота всегда условна. Меняются обстоятельства, меняется фигура на фоне, понимаете, меняются люди, все, и то, что казалось правильным, перестает быть правильным. Поэтому уверенность – это часто слепота. И скорее нужно искать не уверенности, не правоты, а вариативности. И когда вы понимаете, что может быть так, так и так. И вот когда у вас есть эта альтернатива, вот вы чувствуете себя уверенно, но не ведете себя как человек, который вот уверенный, вот он сейчас всем все расскажет, все сейчас сделает и так далее. Вот. Всегда помните, что жизнь причудлива, возможны варианты, и всегда их просчитываете как бы в перечне, а не вот в одной своей правоте. Это неэффективная стратегия.